Приветствую всех на моем канале. Сегодня у нас уже 4 апреля 2018 года. Нахожусь я на пасеке. Второй день, тепло уже. Наверное, градусов 15. Сейчас 12 часов дня. Пчелы облятываются. Облетывались там дальние три улья. Еще часов 10 утра. Сейчас уже 12, пошли бакфасты на облет. И что там вон белая улей облетывается. В белом улье семья. Вот. Кошка рядом лежит. Котенята у хати уже накатилась недавно. Отдыхая на улице, тепло пошло. Сегодня я хотел поставить пчелам корма. Остались с осени севший рапсовый мед. Я его распечатал, что можно откатал с рамок. А что осталось, собираюсь поставить в ульи, чтобы расходовали весной. Это у нас бакфаст, семья. Облетик такой хороший. Вчера я отсутствовал днем в основное время, когда облетывались, то не видел, как они летали. Сегодня вот увидел. Семья здесь хорошая, 9 рамок плотных. С осени шло на зиму. В первую очередь я им поставлю рамку. Но это немного позже, когда они облетаются, чтобы не мешать и не топтаться. То, что на земле пчел много бегает. Вот уже несут обножку желтую, и крупную, и мелкую. Сейчас прилетят с обножкой, покажу. Вон с обножкой пчелка. Наверное, а вот она. С обножкой из центра кадра бегает. Вот, такая вот обножка крупная пошла уже. Не знаю, что, наверное, с лещины. Ну, пойду дальше. Посмотрим, что там. Здесь у нас семьи послабей. Так не вылазили. Здесь семья сильная в этом улье, но все не стоит, так похуда не вышли еще. Здесь вот пчелы нас чистят. Подмор выносит, а покуда не лазил к ним. Вот. Мертвую пчелу вынесла. Не буду ходить, чтобы не топтать. Здесь вот тоже в этом улье сильный облет. Гляжу, и расплод выкидает, наверное, немного. Мороза подстыл. Белый расплод. Здесь семья пчел такие с оранжевыми полосками. Они, эти пчелы, хорошо с весны в рост идут. Хорошая линия. Не породистые, точно не знаю, что за порода, но пчелы продуктивные, не очень такие, что безлобливые. Злобливые в этой вот улье. В том году я их сажал в апреле. Не знаю, сажал от таких вот самых, как и эти, они очень такие злые были, но семья сама получилась немного злюковатая. А сажала их в этот улей, вышел рой вот с этого синего, что в этом году пропал за зиму. Так что, хоть и пропала семья, но линия от ее осталась. И здесь такой облетик дружненький, тоже хороший. Так и у бакфасту. В этом вот улье у нас облетались пчелы еще с утра. 10 часов. Не знаю, что за порода. Они такие серые полностью. Но тоже мед хорошо носит. Если есть, так заливают все. Вон какую-то пчелу оцепили кругом.
Где-то, наверное, нектар нашла уже. Вот с обножкой много у них идет. Будут, наверное, рано роиться. Вот, с крупной обножкой идут. Стоять не буду долго, то что уже на фотоаппарат кидаться начали. Вот много пчел с обножкой прилетело опять. Наверное, штук 5 подряд. Сегодня у нас только второй день тепла. И пчелы уже полностью несут обножку. Здесь на крыше у меня лежит такой этот техноликоль под низом рубероид. Уже он пошел ломаться, то надо рейки подбивать, да прикрутить его жестью, чтобы лежал. Он трехслойный получается, армированное такое, и сверху битум. И здесь тоже пчелы, и здесь совсем обножка хорошая идет. Как внизу, так и вверху множество обножки. На низ больше идут с обножкой. Сейчас поставлю тут, посмотрим. Уже в этой семейке совсем валом обножку несут. Ну вот, уже и шмель полетел, матка шмелиная, уже шмели вылезли. Кошка наша следом ходит. Хорошая. Скучая, ходит следом, чтоб пожалел. Дыма, дыма, дыма. Улыбнись в кадр, красавица. Так, ладно, пойдем дальше. Это вот наша семейка, что в том году я сажал ее в конце апреля. Также хорошо работает. Возле их стоять долго не буду, то что покусают. Здесь также вот семейка. Они облетывались уже с утра, сейчас мало. И вот гляжу, летают пчелы в этой, что вроде и пропало весной, но пчелы.
пчелы остались. И как видите, пережили даже мороза. 15 градусов уже были после. Положу им доску. Я их тогда холодно было. Наверное, всего лишь 5 градусов, когда трусил на рамках. Видео про это есть у меня. Как написал, пропала семья, но она не пропала. Вот даже здесь летает сегодня. Здесь пчел немного остался, пятачок. Нижний литок я прикрыл так, чтобы сквозняка не было. И они сверху сидят. Тут пчел немного, петушок, наверное, 15 на 15. И все. Здесь видно также чистили. Эти пчелы немного приболели в том году. Так я к ним особо не лазил. Ну, перезимовали даже они. Посмотрю, что в этом году будет. Немного их подлечим. Обножку понесли, матка, значит, есть. Я здесь матку менял, так как что-то с маткой было. Наверное, все-таки нормально уже. Матку поменял, и вот, и семья перезимовала даже. Хотя и немного рамок было. Ну, пойдем дальше. Что тут у нас здесь? Слабовато семья, но перезимовали тоже, можно сказать, почти без потерь. С 13 семей, учитывая ту, и что осталось там жменя пчел, то перезимовали 12. Одна пропала полностью, и в этом вот желтом улье, что маленьком, вот в этом вот, осталось у нас жменя пчел, ну я считаю тоже, что пропали. Покуда не разовьются, так и лето кончится. Это так уже. Ну вот наши бакфасты летают. Обножку носят. Я сейчас еще похожу туда-сюда. Облетятся, чтобы уже по земле не ползали. Одену камуфляж, маску. Дымар распылю и подставлю им соты. Они распечатанные, но мед засахарившийся. Думаю, сейчас влаги хватает кругом, то будут растворять. Кошка наша рядом. В этом вот улье я... Опа! Поставил на зиму наши рамки засахарившие. Сейчас покажу вам, чем будем подкармливать пчел сейчас. Вот. И здесь я что мог откатал, вот с верхней части. В верхней части у нас получилось так вот. Пол рамки севшего меда. Как видите, он даже вот естественной лагой растворился и капает. То эти рамки я поставлю каждой семье к расплоду поближе. Вот, в этой даже больше, чем половина. С двух сторон так. И поставлю эти рамки к расплоду поближе, чтобы они и питались сейчас весной, и заодно подсушить рамки эти, почистят, да будут хорошие соты. Здесь сот хороший. Даже вот перга есть. Пойдет все на развитие. Поналивал меда немного по улью. Ну ничего. Здесь у меня так с медом их сколько выходит. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 рамок. Это 7 семьям поставлю. Опа, так. Поставлю всеми семьям засахарившись мед, а остальным
тоже посмотрю уже. Ну, поставлю это в основном сильным бакфастом. В этом улье синим сильная семья. Здесь сильная. Это 3 будет. Здесь 4. Следующий фиолетовый это 5. Крайний тот зеленый 6. И в белый 7. 7 семей, короче, как раз поставлю этот мед. Покрышка. Да, покрышку весной бросал, чтобы пчелы садились на черную, на солнце нагреты. Здесь крыжовник рос, выкопал я. Яма вышла. Надо подсыпать ее, чтобы ровно было. Поставим здесь улей. Ну вот, наша почти пропавшая семья вышла на облет тоже. Посмотрим, что да как. Может, им поставлю от бакфаста в рамку с яйцами, чтобы матку вырастили с той семьи. Конечно, уже не чистокровная будет, но помесь выйдет. Надо попробовать в этом году. В том году то они только еще развивались в основном. Я позатом году посадил матку, то 4 рамки было, отводок сделал, матку посадил, то только к осени они немного развились. На следующий год я их не трогал. А в этом году, думаю, откину от их пару рамок с яйцами, чтобы вырасти себе матку. Выращиванием маток-то я не занимаюсь, переносом там яиц, личинок. Не пробовал никогда, то и не буду. А поставлю пчел с яйцами, то они сами вырастят себе матку свищевую. Ну, вот здесь пчелы уже работают. Здесь облетик уже подходит тоже к концу, уже мало. Облетятся и будут работать. Здесь он много этой обножки видно несут. Не то что много, а каждая пчела почти. Не нравится им, на фотоаппарат бросаются. С этой стороны стану. Ладно, пойду, а то злятся. Ну что скажу. На этом сегодня буду заканчивать, покуда прогулку по пасеке. Сейчас пойду переоденусь. Как раз уже закончится облет. И буду ставить рамки с кормом. Да, уже можно, потому что пчелы по земле не ходят особо. Поразлетались все по делам. Кто за пыльцой, кто за водой. Здесь было много влаги, огород у нас низкий, болотистый, то много ползало. Сейчас подсохло за 2 дня, то уже пчел почти не видно. Здесь у нас участок навозом заложенный. Будем перекапывать этот год. Так что участок пасеки немного у нас уменьшился. Где-то вот линией так идти. Пасека, а здесь уже градка будет. Ну вот, уже и бакфасты облетелись, покуда я ходил, говорил, за 20 минут. Там еще облетается. Ну, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Можно даже с левых аккаунтов, потому что подписчиков надо мне 1000 набрать. Никак не наберу. Всем, кому было интересно, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Удачного выхода зимовки. До свидания.